Дорогие верхнеуральцы и гости нашего города, Верхнеуральский районный краеведческий музей приглашает вас на выставку «Родники Золотой долины». Вашему вниманию представлено более 40 работ художников из села Уйское. Выставка работает с 27 октября по 15 ноября. Ждем вас по адресу: город Верхнеуральск, улица Карла Либкнехта, 56А, с 9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.